Скоро исполняется 118 лет нашему предприятию и 25 лет, как мы преобразовались в акционерное общество. Связь всегда была государственной отраслью, всегда выполняла особо важные задачи, где-то скрытно, где-то открыто, где-то с пониманием, где-то без понимания, но всегда представляла государственную структуру и отрасль жизнеобеспечения. К сожалению, настали 90-е годы, наступили новые правила поведения игры. Мы, как и все остальные, вынуждены были преобразоваться в частную структуру, в акционерное общество. В Костромской области много появилось акционерных обществ в процессе приватизации. К сожалению, большинство из них сегодня уже прекратили свое существование, дохозяйствовались. Вот. Но мы продолжаем свой путь развития. Давно трансформировалась электросвязь Костромской области, сегодня уже практически ничего не осталось от нее. Но, тем не менее, мы большой сплоченной семьей, коллективом нашего предприятия сумели выстоять в течение этих 25 лет, значительно расширить средства связи в области и объем предоставляемых услуг. В разы буквально выросла монтирная емкость телефонных станций в 4 раза после времени акционирования. Появились новые отрасли у нас. Это телевидение кабельное. Сегодня количество абонентов уже приближается к 70 тысячам. Появилась сеть огромная, интернет. Количество пользователей тоже значительно возросло. Сегодня мы являемся основными поставщиками услуг связи, телевидения, интернет для жителей города Костромы, для Костромской области. Конечно, все это делалось и делается руками людей. Мы всегда были одним единым сплоченным коллективом. Конечно, много воспоминаний можно сказать о каждом и о людях, и обо всем, но я думаю, в одном интервью этого не сделаешь. Хотелось бы только сказать о ближайших сподвижниках, с кем, в общем-то, длительное время проработали и делали дело. Это, конечно, Василий Петрович Федотов, это Гапонова Тамара Александровна, главный бухгалтер, Василий Петрович, главный инженер предприятия. Это Нина Ивановна Богданова, бессменный наш председатель профсоюзного комитета, заводила, душа, в общем-то, коллектива. Сегодня у них, кстати, день рождения. Это Прямикова Елена Владимировна. Это, конечно, наши, ну, мои ближайшие, как сказать, друзья, соратники. Это Кучин Александр Александрович, Семенов Федор Абрамович. Ильюхин Сергей Анатольевич. Об этом мы сказали, во-первых, в книге, которая была издана к 110-летию ГТС, о людях нашего коллектива. И в скором времени выйдет книга, которую я написал, это о связистах области, в том числе и о связистах нашего коллектива, о роли и месте связи в обществе. Поэтому хотелось бы вот в канун предстоящих праздников сказать всем, кто был рядом, есть рядом, огромное спасибо за совместный труд, за созидательный труд, за то, что мы сумели сохранить важность нашей отрасли именно связи, не IT-технологии, а именно связи. И по сей день, независимо от того, что общество наше сегодня по статусу является частным обществом, тем не менее, для нас всегда были приоритетом выполнение всех государственных задач и служения людям, которые мы, в общем-то, предоставляем свои услуги.
я 42 года работаю на городской телефонной станции. Пришла тогда, когда здесь были декадно-шаговые станции. Машины я не застала, телефонисток тоже. Координатки, электронные станции. Теперь уже нет декадно-шаговых станций, нет координатных станций. Остались одни электронные станции. Много поменялось работников, но все время здесь работают прекрасные, замечательные люди, которые знают свое дело, которые отдают свою душу нашему производству, которые любят городскую телефонную станцию. Очень мало у нас здесь бывает случайных людей. Я вот иногда задумываюсь, почему у нас сейчас происходит в стране такая как бы глобализация предприятий, что расширяется производство, начальство где-то в Москве, в Нижнем Новгороде, чуть ли не в Сыктывкаре. А, наверное, потому, что проще всего работать тогда, когда ты не можешь человеку заглянуть в глаза, когда ему плохо, когда ему хорошо. А вот у нас на производстве мы любому человеку можем посмотреть в глаза в любую минуту, когда ему плохо, когда ему хорошо, когда он счастлив. Вот сегодня у меня день рождения. Я пришла утром на работу, я такая счастливая. Меня встретили такие красивые плакаты, меня встретили цветы, люди, которые мне от души желают здоровья, счастья, удачи во всем. И вы знаете, вот такое впечатление, что я пришла в свою вторую семью. И действительно, производство, наша работа стала для меня второй семьей. Я рада за каждого человека, который здесь работает. Я счастлива с каждым человеком, который здесь работает. Я готова разделить горе с каждым человеком, когда он у него есть, который здесь работает. Потому что радость – это радость, горе – это горе, счастье – это счастье. И все это должно быть вместе, дружно вместе. Я хочу сказать, что наше предприятие, оно уникальное предприятие. Оно действительно живет годами и будет жить долго-долго, так мы хотим. А если мы этого хотим, кто здесь работает, так оно и будет. Спасибо всем, кто здесь работал. Я сегодня не буду говорить фамилии, потому что их так много. Это очень большой будет текст и очень много будет сказано слов. Я просто помню всех, с кем начинала, с кем работаю сейчас. И спасибо огромное всем, кто работал здесь, кто сейчас работает, кто поддерживает наше предприятие, кто любит наше предприятие всей душой. Наша работница Борисенкова Нина Александровна. Она проработала у нас на предприятии больше 50 лет. Пришла сюда молодой девчонкой в 16 лет. А ушла отсюда уже пенсионером. Когда-то был такой гимн связистов. Вот я хочу вам сейчас его сказать. Для связистов нет преград на свете. Воедино свяжем города. Не оставим места на планете, где бы не звенели провода. Вот действительно, мы, наверное, в Костроме, городская телефонная станция, не оставили ни одного места, где бы не звенели наши провода. Мы все делаем для того, чтобы связь жила, чтобы она процветала, чтобы она была на века. We'll be right back.
Уважаемые коллеги, в 2017 году мы отмечаем юбилейную дату – 25 лет со дня акционирования Костромской городской телефонной сети. Безусловно, эта дата для нас является праздничной. Предприятие живет, работает, успешно развивается, имеет и наращивает абонентскую базу, предоставляет различные услуги связи, телематики на самом высоком, качественном уровне. Хотелось бы сказать слова благодарности всему коллективу за работу, а в этот день особенно ветеранам предприятия за то, что 25 лет назад поверили и пошли за своим лидером, воспользовались предоставленным государством законным правом на самоопределение. С праздником, дорогие связисты!